где мы поговорим о предлогах by and with. Начнем с предлога by. Мы рассмотрим примеры, посмотрим, как может переводиться этот предлог. Итак, посмотрим, например, by force. By force переводится как силой. И, соответственно, первый вариант перевода – это через, посредством, в результате, либо вследствие чего-то. By midwinter – до середины зимы. То есть к середине зимы. В данном случае переводится не позже, чем до. By wholesale – целиком, либо оптом. Соответственно, в данном случае переводится как в размере с учетом. One by one – один за другим, либо друг за другом. Переводится как за, вслед за. A room 15 feet by 20 feet. Комната 15 на 20. Здесь как бы соотношение. Poem by Emily. Здесь переводится как под авторством, от имени, либо от лица. By chance – случайно. Здесь переводится по случаю, следствие, в результате. Вот, by chance, ну, может переводиться. A home by lake – дом у озера. Здесь переводится как рядом, около чего-то, либо рядом с чем-то. И еще один пример. He did right by his children. Переводится как в отношении детей он вел себя правильно. И, соответственно, by здесь переводится как в отношении, по отношению к. Не забываем перевод, я пропишу. Следующий предлог – это предлог with. И вот несколько примеров. With в основном переводится как с. To work with somebody – работать с кем-то. Указывает на связь. To hit with a rock – ударить камнем. Указывает на орудие, либо резать там ножом. To cut with a knife. To tremble with cold – дрожать от холода. От из-за переводится так. Еще раз. Здесь с вместе с кем-то. Здесь опять же с, ну как на орудие, чем мы что-то делаем. И здесь переводится от из-за чего-либо. И опять же таки под видео я еще раз продублирую перевод этих предлогов, точнее варианты перевода. Thank you for watching. See you next time. Bye.